вот вы все когда-то, те, кто занимается или кто будет заниматься, вы пройдете две стадии поиска. Первый, вы трофейщики, которые увидели интересные предметы, вам нужно создать музей, вы ходите и бешеными глазами смотрите, собираете эти железки, чтобы этот музей пополнить. Потом музей сделать у себя, и то есть вот такая вот цепочка. Это первый этап, трофейщики. Он закончится. А кто-то из него никогда не выйдет. Даже пройдя огромный такой путь, вы все равно будете продолжать собирать это железо. Но со временем меняются цены. И ты уже не радуешься этой железке, не радуешься тому автомату, море. У каждого ребенка у нас есть пулемет, автомат. Есть, да, этой радости уже она не приносит. И тогда ты ищешь бойца. Вот это истинная радость, это то, что, ради чего мы, собственно, здесь и собираемся.